Всем привет! Это Кёнга. Многие спрашивали у меня, Кёнга, доктор Шракл это действительно корейская марка, и это в Корее тоже популярно. Поэтому сегодня я приготовила видео о бренде доктор Шракл. Многие мне написали, что эта косметика продается в СНГ странах, в России, в Казахстане и в Узбекистане. Я недавно выложила в Инстаграме это крем и спрашивала у вас. Оказывается, очень многие пользовались этим кремом. Благодаря вам я тоже начала тестировать. Ответ на ваш вопрос. Доктор Шракл – это корейская косметика, в Корее тоже популярная. Мой ответ – это да. На самом деле, этому бренду очень много лет, целых 20 лет. У них есть своя лаборатория, называется Идиган Пибу Йонгусо. Там они обрабатывают косметику и проверяют косметику. Когда я слышала это название, я удивилась, потому что когда мои подружки, у них кожа проблема, они поедут Идиган Пибука. У них даже есть дерматологии. Давайте тогда покажу подробности про Balance Biotics Moisturizer. Это крем. Наверное, вы уже многие пользовались этим кремом. Мягкая текстура, просто белый крем. Вы знаете, пробиотика для кожи тоже хорошо. Ароматный запах и очень мягко и хорошо выпитывается. В коробке написано 2% пробиотика. Давайте тогда посмотрим второй. Это Pro Balance Pure Cleansing Oil. В Корее тоже достаточно популярное гидрофильное масло, особенно из-за экстракта подсолнечного масла. 44.3% подсолнечное масло. Представляете, это очень большой объем. Подсолнечное масло это среди косметики очень часто используется, потому что для очень чувствительной и для проблемной кожи хорошо. Говорят, что это гидрофильное масло очень хорошо помогает убирать черные и белые точки. Глазами можете увидеть, что черные точки и белые точки вышли. И я посмотрела специальная цифра, которая называется Помедоден. Чем низкая цифра, тем лучше. И это гидрофильное масло получило 0. Но если вы неправильно пользуетесь гидрофильным маслом, возможно, у вас будет аллергия или прыщи. Тогда как нужно правильно пользоваться? Вам нужно сначала сухие руки и сухое лицо. Где-то 2 или 3 раза хватит и просто делаем массаж. Тогда макияж полностью смывается. Потом самое важное это эмульгирование. Что это значит? Вы делали массаж на сухой лице, потом вам нужно немножко замочить водой лицо и 30 секунд делайте массаж. И завершаем пенкой. Даже когда вы не делаете макияж, чтобы убрать плохие пыл и остатки в коже, нужно пользоваться гидрофильным маслом. Вы знаете, доктор Шракл, у них появилась новая линия. Это совсем свежий, совсем горячий. Наверное, в СНГ странах тоже скоро появится. Vegan Active Very First Essence. Эту эссенцию сделали работники компании доктор Шракл, у кого разный тип кожи, у кого проблемная, у кого есть аллергия, у кого очень чувствительная, у кого жирная кожа, у кого сухая кожа, кто хочет лифтинг эффект. Поэтому говорят, эта эссенция для всех типов кожи подойдет. Оказывается, здесь в эссенции есть состав лесбетатрол. Что это за состав? Это очень дорогой, очень-очень ценный состав, который очень сложно найти. После того, как в Португалии сделали вино из остатков, они сделали лесбетатрол состав. Если видите, внутри есть маленькие капсюли. В этом капсюле положили состав лесбетатрол, чтобы они не портились и полностью сохранялись. И говорят, что пациенты от рака для иммунитета тоже пьют лесбетатрол. Еще говорят, если вы пьете, то защищает от рака кожи. Какое преимущество есть?
он вернет вашу кожу. Например, каждый день наша кожа портится из-за ультрафиолетовых лучей. В нем есть эффект восстанавливания, пополняет пустое место и возвращает и восстанавливает вашу кожу. Если у вас есть пигментация и пятна, тоже очень хорошо убирает. Как вы знаете, во всем мире самый модный состав – это ретиноль. Внутри, в этой эссенции, витамин А из экстракта клюквы. Очень хорошо улучшает текстуру кожи. У кого грубая кожа, обязательно надо попробовать. Я тоже перед сном пользовалась, и следующий день утром я чувствовала, что кожа как будто пила очень много воды, и как будто я очень хорошо выспалась. Еще можно подчеркнуть, что это веганская косметика, которую они тестировали на животных. Целый 20 000 ppm ресвератру. Это очень большой объем. Вот тогда покажу, как я пользуюсь этой эссенцией. Вот если видите, внутри есть капсулы. Это тается в кожу и впитывается хорошо. Очень важно после пенки сразу увлажнять кожу. В конце текстура вообще очень свежий, не липкий. Поэтому для сухой, для жирной кожи всем подойдет. Так приятно. Если вы один раз пользуетесь, то вы точно поймете, о чем я говорю. Потом беру ватную диску. First Essence – это значит очищает кожу как тонер и одновременно увлажняет кожу. Замочила хорошо ватную диску, и где я чувствую сухость на лице, просто приклею. Приклею где-то 30 секунд, тогда вы чувствуете, что глубоко увлажняет кожу, и немножко чувствуете капсули. Посмотрите кожу. Бывает, что из-за удара капсули сломаются и эссенция становится мутной, но это совсем нормально. Тогда для детей, для беременных женщин тоже можно пользоваться. В эссенции все надежные ингредиенты и 100% веганский состав, но все равно до пользования советуют консультироваться с врачом. Последний. Они не только сделали эссенцию из состава, Лесбетатрол, они еще сделали крем. Состав на самом деле похожий, но только в формате увлажняющий крем. По маленькой капсуле попадет в морщинах и пополняет пустые места. И делает лифтинг эффект. Текстура тоже вообще не липкий, прямо как будто крем приклеится на коже. Кто хочет убрать пятна или пигментации, то очень советую пользоваться этим кремом. Так, дорогие, скажите, пожалуйста, кто пользовался этой косметикой и кто знает эту марку, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я поставлю информацию о этой линии и о этой марке. Посмотрите, пожалуйста. Тогда не забудьте ставить лайк и пока!